Пидорас, блядь, посадил в клетку, блядь, надел в гомокостюм и везет хрен знает куда. Чмо лысое. Объясни, почему ты можешь крутиться, а я не могу крутиться, если же на одном месте только башкой укручен на 360. Нет, ты крутишься, все тело у тебя крутится. Я сейчас накручусь и меня стошнит. О, мне уже плохо. Зачем нам убивать Фрэнка? Ух ты. Тут, смотри, тут тоже мальчик в девочке. Угу. Это онлайн еще играет. Угу. У тебя, кстати, зубов нету у персонажа. Да? Да. Нормально, у тебя вообще рот закрытый. Походу зашили. Походу. Че тебе надо, засранец? О, я тоже рад тебя видеть. У меня тут пленник. Че тебе надо, это Грут, походу. Любимая фраза-то его. Слышь, тут гоморублик какой-то ходит. Сейчас нас, походу, казнить будут. Через одно место. Не вынимая по очереди. Черт, ты первый. Не подохни. Это типа задание, да, такое? Угу. Нормально. Я не выйду отсюда. Я тебя за волосы, блядь, вытащу. Не, все, иди. Пока. Иди, шнурок, за мной. Ну ладно. Че он так медленно идет? Да не говори-ка. Можно состариться, я пока он идет. Да нельзя тут даже драться. О, я побежал. Слышь, иди сюда. Почему-то ты слишком далеко от меня. Хотя ты рядом со мной. Может. Вот все. Слышь, это что за красная комната? Ну все, хана. Иди-ка первый. Сам иди. Ты девушка, тебе приятнее будет. Иди. Иди. У тебя больше. Какая разница, у кого больше, блядь? Тут размер не имеет значения. Ну ты чмо. Сам ты чмо, понял? Теперь ты вафелька. Добро пожаловать, вафелька. Вафелька. Что тут надо? Собрать пули. Да, я хотел. Запомните, вы здесь навсегда. Или пока не сдохнете. Хотя... Классно пули делаем. Слушай, долго мне этот насос... А я уже собрал. Как понять? Если вы не будете работать, то ханики вас заметят. Понятно? Ну это скучно делать пули. Где? Вон, вот справа. Эти тетки бешеные. Ну-ка, кто там пришел? Все под контролем. Я этим займусь. Иди, 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 иди. Давай, зайди. А ты чего стоишь? Кто там пришел-то? Все круто. Я вообще возле стола просто стою. Ну я тоже так же стою. Ну, иногда-то делаю что-то. Что делать-то? Это, по-твоему, работать? Давай,
Все, перерыв, перерыв на обед. Перерыв на обед. Сейчас будут нам пряники раздавать. Пряники. Тебе первому вафелька. С чем? Я вообще-то конфетка, а ты вафелька. Ну, походу, туберкулезный какой-то, видишь, кашляет постоянно. Да. Не подходи. Слышь, почему он ко мне подошел? А, я боюсь. Иди, туберкулезный. Ты туберкулезный. Мы его убили. Я знаю. Короче, побежали с этой богадельни. Кому там? Чё? Я не... Снимай штаны и бегай, вали их! Вали! Давай, вали! Мне кажется, нельзя было убивать. Поздно. Я убежал! Ты меня доподнять не хочешь? Я в здание убежал. Я вижу тебя. Мне кажется, нельзя было. Он туберкулез. Как мы убьем охранника Фрэнка? R1 нажимай и все. О, R3. Ногой? Да. Но если ты будешь своей хлеборезкой ловить патроны, то да, ты не выиграешь. Да ты уворачивайся. Ты матрицу не смотрел, что ли? Вот принцип тот же. Это одно. Теперь туберкулезного нельзя убивать, наверное. Так. Придумайте, как убить Франка. А как его убить? Походу тут можно просто бегать. А где Фрэнк? Я не знаю. Тут он чьи-то носки сушится, мужик блюет, раком стоит. Очком торгует. Чувак, ты где стропон нашел? Признайся. Так, я тебя нашел. Не знаю. Где тут Фрэнк? Он енот. Так, ладно. Давай думать. Я уже думаю. А ну ходи. Я уже думаю. Так. Я знаю, куда нам нужно пробежать. Иди-ка ко мне по-быстрому. Погоди. Чё такое вот? Метка, видишь, появилась. О, поболт. А, его надо убить, походу. Дебил, нам с ним надо поговорить. Вот, придумайте, как убить Фрэнка. А, я горю. Поджечь. Видишь, с ним поговорить нельзя. Все, пойдем. Ты, Лёша. Видишь, надо разделиться, иди в ту сторону, я в эту сторону. Какую тут? Окей. Не попадись, аккуратно иди. Вижу вредителя! Вот чёрт! Ты чё, офигел? Между прочим, я убил его. Кого его? Мужика. Так оружие нам надо. И чё, я пришёл куда-то? Я знаю, как их убивать. Достать песочное снаряжение в его сумке. Тебя что, убили? Да. Сейчас я, короче, понял. Как вы уже поняли, что это задание нужно проходить по стелсу. Но, к сожалению, для нас это дошло не сразу. И поэтому нас ждала череда провалов, убийств, унижения и прочего. В итоге было решение принято попробовать пройти ее по стелсу. Хоть этот режим нам никогда и не знаком был, но игра того требовала.
а пройти ее хотелось дальше. Второй раз меня такой гуманоид убивает. Короче, я понял, что надо делать. Я тоже понял. Тот, который слева походу со щитом идет, нужно идти за ним, нажать на этот рычаг, откроется дверь. И там уже будет проход на крышу. А, нам на крышу надо? Ты читаешь хоть задание-то? Нет. Я заметил. Пойдем, тихо, иди за мной. Блин, метательные ножи нельзя. Ой, давай. Я знаю. Все. Все? Больше все. Да. А тут вещи. Стой, тут аптечка. Иди бери все, что надо, побыстрее ёбам отсюда. Я бегу, не бойся. Тихо. Ты не сможешь его убить. Быстрый навык заблокировал. Быстро убить. И как? Иди сюда. Иди сюда. Быстрее да. Только. Да он медленно ходит. Да ты лошара просто. Ты лошара. Что делать надо? Ночь нужна, чтобы отрываться. Тихо. Херню хватит нести. Тихо, 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 тихо. Давай обходим. Иди за мной, обходим. Только бегом. Иду. Дай бог ты проебешься сейчас. Я тебя убью. Угу. Я уже тут. Не волнуйся. Сектанты не люди. Откуда у них силы противостоять нам? Заткнись. Где? Ты иду я. Там ящик был. Ящик обыскал. Прямо возле тетки. Блин, почему еще запрещено? Я тоже не забуду убить. Погоди, стой тут. Тихо, тихо, все. Все, блядь. Опять что-то слышу. Тихо. Мы найдем это чмо. Убегай. Да иди с шестеренки. Быстрей, быстрее! Говоришь, что тебя сразу забыли. Они сюда идут. Так прячься. Они везде. Тихо, 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 тихо. Не паникуй. Это страшно. Так, тихо. Так, иди за сумкой снаряжения, я убью. Можно использовать как мишень. Сейчас, подожди. А тут пленник еле живой. Тут чубзик. Можно использовать как мишень. Нет, надо сначала за снаряжением идти. Я взял. Блять! Ты дебил! И как его убить, если там заблокировано это умение? Я фиг его знаю, зачем ты это сделал? Оу! Чё за ноги? Зачем ты это сделал? Ааа, меня убили! Бей его! Там дурак. Идем за своим позиционированием.
Я думал, сейчас по-тихому так подойду. Угу. Хопа, и все, и навык заблокирован. О-о-о. Блин. Так, ну ты... Ты понял, что делать, короче. Мы теперь знаем, что делать. В камнях наша сила. Ты чего? Если за ней пойти? Там тупик. Пойдем. Я уже ходил за ним. Ну, в тот конец. Стой, подожди, только не кидай. Я еще иду. Давай иди сюда что-то. Давай, давай, иди. Давай, 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 ускорь, 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 шевели полупопиями. Так, ты куда? Пойдем. Вот там сундучок, подожди. Ты дурачок. Какой к чертям собачьим сундучок? Блять, иди сюда быстрее. Сейчас, погоди. Он почему-то двигаться начал. Спрятался? Нет. Ну ладно, спрятался. Ты дурак! Нас сейчас увидят! Тихо-тихо, он идет. Сиди и не булькай. Ты в жиже в какой-то стоишь. Ищите! Нужно узнать, что за херня там случилось! Да ты, ты... Так хуй с ним, беги уже! Там... Там прибежал с дробовиком. А ну не трожь! Бей его. Забирай оружие. Да какое? Забирай, аптечку использую. Забирай оружие. Погоди, аптечка важнее. Да твой... Все, забрал. Погоди, давай, задевай. Готовься. Может, дробовик возьмешь? Чему готовиться? Тебя же дробовик. Почему тебя должно убить-то? Давай убивай, ты хорош заряжаться. Вот видишь, минус один. Давай, у тебя два, все. Перезаряжаться. Добей его, добей его, добей его. Да кому его? Да ты дебил. Подними меня. Да погоди. Не суетись, что ты суетишься-то? Давай поднимай меня быстрее. О, ты вонь. Где? Ты вообще не видишь, что ли, сверху по тебе стреляют? Все нормально. Ну подними меня, да. Дробовик возьми. Уйди! Тут автомат есть. Да почему меня всегда вырубают? У меня аптечек нету. Так сделай их. Все, я автомат взял. Я дробовиком побегу. Я убил этого мудака. Но мы тут уже всех почти убили. Все забрал. Любишь ты пошуметь, Шнера? Сейчас тут сейф, подожди. Встретимся, как выберешься оттуда. Титан же надо забрать. Давай, прикрывай пока. Иди титан забери. Yeah.
Ты чё, куда нам? Ты уверен, что сюда? Не знаю, я просто убиваю их. Ну как-то не надо было что делать. Вот лестница, я по лестнице пополз. Давай. Я прикрою твой отход. По принципу, да? Да. Парашют хотя бы есть? Да, целых два. Да. Надо покинуть. Я знаю как. Молодец. Я полетел. Ой, это наш. Я его убил. Почему я остался воевать? Объясни мне. Не знаю, беги. Ты кинул бойца. Я не кидал никого. Я говорил, беги. Я твой отход, блядь, прикрываю, он тут, а он кидает меня. Ты дробовик. А, он у меня. Давай, беги. Они спавнятся. Кто? Ну нафиг. Чуваки эти, беги. Да погоди, у них невозможно. Тех убить, они спавнятся. Они как пили молотого кидают. Держись. Держись как могу. Так, я на крыше. Миша, ты чё? Да как, если я спрятался за стенку? Всё, я убежал. По горящему лесу. 40 метров. 30, 20, 10. Тут волк. Машину давай.